Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор покупочек Яндекс.Маркет, Wildberries, Озон, а еще будем тестить с вами мега бюджетный уход с маркетплейсов. Итак, поехали. Покупочка Wildberries, и что же здесь у нас с вами интересного? Здесь у нас энзимная пудра для лица, для умывания, и не только для лица, на самом деле очень интересный продукт, с хорошими отзывами, бюджетная цена, достаточно большой объем, сейчас открою и все покажу. Здесь еще вот такая вот крышечка с дырочками, видите, то есть дозировать продукт удобно. Она была, кстати, запечатана, то есть защита от вскрытия есть, но еще и пломба на крышке. Это у нас бренд Yuma Cosmetic Milk and Honey. У них всего три вида пудр энзимных. Так, что у нас здесь для умывания с молоком и медом от черных точек. Деликатно очистить твою кожу от загрязнений, излишнего кожного сала и остатков макияжа. Я вообще такие вещи очень люблю, но я пребывала все время в поиске хорошей энзимной пудры, потому что, ну, пудра пудре рознь, да. Используйте энзимную пудру как пилинг для отбеливания черных точек, да, здесь заявлено отбеливание и уменьшение пигментации, предупреждает появление воспалений постакне. Так, никаких вредных компонентов, пудра не имеет противопоказаний, ее можно использовать, кстати, даже с 14 лет подросткам, у многих сейчас подростков проблемная кожа. Так, и вот что, у нас тут очень много, кстати, способов применения, можно применять как маску, можно применять как скрабик, не укатывайся, пожалуйста, можно применять как умывалку. Вот, а еще она подходит, у нас с вами пилинг-маска, вот, да, и от вросших волос. Можно применять на тело, можно применять на ноги от вросших волос. Кстати, хочу попробовать, потому что я депилятором делаю депиляцию, и у меня бывает такая проблема вросших волос. Редко-редко, но тем не менее бывает. Можно использовать как пилинг для кожи головы, добавляем в шампунь. Можно использовать как пилинг для кожи тела, добавляем в гель для душа немного. В общем, тут способов применения, девчонки, куча. И отзывы очень хорошие, поэтому я потестирую и вам тогда обязательно расскажу. Пучки Озона, здесь у нас много интересностей. На Озоне была акция, я девочкам с вами в Телеграм скидывала. Многие, кстати, воспользовались. Поэтому, если на Телеграм вы не подписаны, подписывайтесь обязательно, там много полезного. А на Озон была акция. Берешь на 1000 рублей, и в корзине идет перерасчет, платишь 500. Участвовали продукты бренда Органик и Агафья. Очень большой был выбор, все вышло очень бюджетно. То есть, все вот это на 512, что ли, рублей. Открываем. Хочу сказать, все было упаковано в пупырку, поэтому прям вообще зачет. Я взяла себе на пробу вот такие вот ежедневки Органик, ароматизированные, кстати, даже 52 штуки за копейки. Сейчас открою, покажу. Дальше вот такие вот патчи Клава Кока. Они вообще вышли 80 с чем-то рублей где-то, представляете? Ну вот, со скидочкой. Вот такую масочку хочу потестить. Натурально пробуждающая экспресс-маска для лица. Я надеюсь, что она похожа на Агафью, которая тоже очень хорошо пробуждает. Ну, любимая вот эта, вы поняли, да, освежающая. Взяла вот такую вот детскую зубную пасту от 1 года. Крестюшки попробовать. Лесная ягодка. 1+. Смотрите, запечатанная. Здорово. А, это у нас Сибирика. Вот Сибирика, да, еще участвовала. Так, и Планета Органика. И мицеллярку. Закончились все мицеллярки. Вот такую взяла увлажняющую гипоаллергенную мицеллярную водичку для чувствительной кожи. Состав, кому интересно, вот показываю. Вроде неплохой и маленький такой состав. Интересно. Так, давайте все открывать. Так, смотрите, мицеллярку понюхала, она практически никакой не имеет отдушки. Даже, по-моему, вообще никакой. Паста прикольная. Мне понравилась. Не знаю, понравится ли Крис, потому что она вот такая вот гелевая. Очень яркий аромат вот этих вот лесных ягодок, но есть немножко ментольчика. Чуть-чуть вот он присутствует, но не обжигающий. Мне кажется, должно понравиться. Очень вкуснючая. Прям вкуснючая-вкуснючая. Так, ну маску мы с вами потестим вместе. Патчи, смотрите, вот такие они были, кстати, зафольгированы. Лопаточки никакой в комплекте нету. Вот такие вот сиреневые. Размер хорошенький. Тоже потестируем с вами. Пахнет аптечкой. Аптечкой пахнет. И вот такие вот прокладки ежедневки. Тут каждая в своем пакетике. Их тут прям полно. И вот так они выглядят, обычные. По аромату написано ароматизированный. Не знаю, я практически ничего не чувствую. Ну, какой-то такой легкий аромат чистоты. А так вот не чувствую. Вроде тоненький, хорошенький. Посмотрим, как клеевая основа будет. 50 штук вообще практически даром. Так что вот такие покупочки на 500 рублей. Смотрите, как выгодно. А теперь погнали все тестировать. Начинаем с мицеллярной воды. Я обычно беру три диска, сразу их смачиваю
И смываем. Мне очень интересно, потому что все так бюджетненько, все так интересно, насколько это работает. Вот так прям смачиваю, обильно смачиваю. Но не так, чтобы в глаза, конечно, лилось. Вечерний уход у нас сейчас с вами за тест. За тест новых средств. С ВБ и Озона получается. Так, ну тон у меня был, но легенький такой. Все стирает, все хорошо. Сейчас на глазках мне больше всего интересно, потому что я не люблю, когда щипит. Такой, знаете, запах чистоты, что ли. Какой-то немножко травяной, но он еле-еле уловимый. Вот прям еле-еле. Тушь у меня Faberlic, которая Miss Curl, она обычно всеми мицелляркам у меня смывается без эффекта панды. Великолепно, я считаю. Подводка была стойкая. Подводка, тени тоже стойкие были. Великолепно, слушайте. И я прям в глаза залезла сейчас. Прям в глаза залезла и нет, не щипит. Прекрасная мицеллярочка за копеечки, вообще супер. Потом беру третий диск, еще вот так вот допрохожусь. Мицеллярка – это важный уход, важный этап в уходе. Знаете, я всегда топлю за правильное очищение кожи. Прям это самое важное. Не очистили кожу, все, кожа быстрее стареет, кремы не работают. Так, все, теперь мы сейчас с вами пенкой, гелем, чем угодно умоемся и дальше расскажу вам про пудру. Есть что рассказать. Ну, во-первых, у меня тут после зимы последние месяца два прям вот высыпания. Я вот чищу кожу и все равно вот не то. Поэтому захотелось вот что-то новенькое попробовать именно в очищении. Скрабировать, полировать ее уже больше некуда. Это во-первых. Во-вторых, уже весна, солнце активное. Стараемся с работой работать кожей и очищать ее более деликатно. А пилинги, скрабы тоже убираем до осени, до глубокой осени. Кислоты все убираем. Поэтому у нас с вами энзимная пудра Юма. Это, кстати, российский бренд, 100% натуральный состав, что не может не радовать. Про способы применения мы с вами уже почитали. Кстати, еще почитала, помогает даже в борьбе с перхотью. Вон оно как. Так что вот так, осветляет пигментацию, это нужно, потому что вот это пятнышко, вот оно у меня за зиму не прошло, и его вот видно, вот это пигментное. Поэтому осветлять. Я уже пользуюсь ей несколько раз. Сколько? Сегодня, наверное, пятый раз. Пятый раз. И есть действительно, что сказать. Сложилось определенное мнение. Сейчас все расскажу, покажу. Но, во-первых, я заметила действительно реально чистые поры. Но я буду вам в процессе показывать и рассказывать, как мы ее используем. Я вам сейчас покажу. А, классно здесь дозатор. Все нравится, все удобно. Мы немножко пудры насыпаем на ручку. Рекомендуется использовать 2-3 раза в неделю. То есть это не средство для ежедневного очищения, имейте в виду. То есть 2-3 раза в неделю достаточно. Потом на другую руку берем водичку. Я тут взяла с собой крышечку с водичкой, чтобы вам опять в кадре краном не шуметь. Поэтому сейчас вот. И в одной руке вода, в другой руке пудра. Мы вот так вот все это вспениваем до образования легкой пены. Ой, вот сейчас, когда реакция с водой пошла, водички маловато, такой ароматик вкусненький. Мне вот нравится прям. Такой, знаете, как чуть фруктовый, что ли. Взбиваем, взбиваем. Вот видите, пена. Взбиваем, взбиваем. Если нужно, водички добавляем еще. Мне просто вот без крана, конечно, это не очень удобно делать. Но тем не менее. О, пенится прям шикарно. Пены действительно много. Особенно, когда я это делаю над краном. А не так, как сейчас. Очень нежная, приятная душечка. Даже немножко кокосик, что ли. И мы легонечко теперь массируем лицо. Не трем, здесь нет никаких частичек. Все растворяется и превращается на ваших ручках в пену. Это очень деликатный уход. У кого вот кожа тоненькая, подходит абсолютно, кстати, для любого типа кожи. У кого кожа тоненькая, чувствительная, у кого сосудики там близко расположены. Это прям вот ваша тема для очищения лица. Да и вообще для всех, сейчас повторюсь опять же, агрессивные методы очищения уже надо убирать, особенно тем, кто склонен к пигментации, и очищать лицо мягко, но эффективно. Да, так можно. Так действительно можно. Не поверите. Я сама раньше не верила. Но действительно есть такие средства, которые делают все мягко, но в то же время очищают до скрипа. Можно вот так по массажным линиям помассажировать, везде пройтись. Не забываем вот пройти внутренние уголочки. Ну, в общем, сколько я ей пользуюсь уже? Через день. Через день у меня получается в среднем 3 раза в неделю.
мои высыпания прекратились. Они были периодически, я никогда не оставляю на лице, я от них избавляюсь, но вот прям с завидной периодичностью раз в несколько дней где-нибудь на лице вылезет. В общем, может быть, от питательных кремов зимних кожа уже устала тут. Вот сколько пользуюсь, личико идеально чистое, вообще такая красота. Опоры какие после нее чистые, можно носик вот так помассировать. Но я люблю это дело. Вы меня знаете. Либо мне корми, дай качественно лицо очистить. Вот, и теперь смываем. Что мы имеем по факту? Идеально чистое лицо. Вот просто идеально. Поры вылизаны просто до блеска, девчонки. И что хочу отметить, несмотря на то, что средство такое прям отлично очищающее нашу кожу, кожа становится нереально мягкой. Вот нереально мягкой, без каких-либо процедур. Она такая мягенькая, бархатистая. Но я вам уже рассказывала, что такое морщина, что такое загрязненная кожа. Когда кожа очищена, она чувствует себя просто превосходно. На ней работает любое средство и так далее. Я однозначно буду еще покупать. Мне понравилось безумно. Можно рассмотреть как подарок. Вообще презентабельно, красивая баночка. Цена абсолютно доступная. Отзывы отличные, кстати, там отзывы прям с реальными фотографиями. Состав натуральный. Подарить вообще не стыдно. Кстати, актуально для мам подростков, то есть можно с 14 лет, а еще она подходит мужчинам, даже мужчинам. В общем, у меня восторг. Я вам смело могу этот продукт рекомендовать. Вообще обалденный. Ссылочка в описании под роликом. Мы продолжаем с вами наш уход. Что у нас еще на затест? На затест у нас с вами Organic Kitchen. Я вообще с этим брендом мало знакома на самом деле. Маска. Мы теперь будем с вами делать маску. После пудры нам, кстати, что-то увлажняющее рекомендуют. Производитель не скрывает, что после такой очистки нужно кожу хорошо увлажнить, да? Вот, поэтому все честно, без обмана. Веганский продукт выдает. На очищенную кожу лица избегаю области вокруг глаз. А я не буду избегать, вы меня знаете. Она, кстати, вот такая вот гелевая, зелененькая, как гель алоэ. Кто пробовал такие маски от Organic Kitchen, обязательно пишите. Я как-то... Ой, как вкусно пахнет. Чем ты пахнешь? Чудо! Против следов усталости. Экстракт киви, китайский лимонник. Как вербена Фаберлик серия, только еще ярче. Китайский лимонник и масло лин алоэ. Лин алоэ, кто не знает, прям плотный гель. Видите, даже на коже не тает. Очень плотный гель. Великолепненько. Разносим по лицу. Вот как раз увлажнится после очистки самое оно. Она такая холодненькая. Вот сама по себе, когда наносишь, почему-то она холодненькая. Прикольно. Ярко выражена одышка лимонника. Вот прям ярко. Мне нравится. Мне реально нравится аромат. Я навеки тоже буду... Ой, тут кусочки, как в киви. Маленькие, черненькие. Не видно вам? Вот они тут есть. Маленькие такие черненькие. Немножко совсем. Прикольно. Нет, интересно. Просто плотный продукт. Продукт бюджетный, плотный, хорошо пахнущий. Если еще хорошо работающий, то надо брать еще. Не знаю, работает еще эта акция на Озон. Все работает, обязательно возьмем, если маска работает. О, есть пощипывание. Немножко не такое, как в моей любимой маске. Нет, у меня ее здесь. Агафья освежающая. Но реально сейчас в Т-зоне есть пощипывание. Свежий отдохнувший вид. Придает тонус, повышает упругость, разглаживает морщинки, восстанавливает, защищает кожу от стресса. Стирает следы усталости. Избегайте попадания в глаз. Ну, вот если он так щипит, это ясное дело. На первом месте вода, на втором глицерин. Я вам состав-то не показала. Ну, в интернете можно найти. Слушай, ну интересно, щипит. Щипит сейчас немножко вот тут над веками, щипит Т-зону. А если в освежающей маске Агафьи, я ее почему люблю на утро? Она такая вот охлаждающая. То есть у нее вот это вот легкое пощипывание, оно такое ментоловое пощипывание. Здесь просто щипит. Вот просто щипит. И все. То есть без вот этого ментолового, мятного холодка. Просто пощипывание. Вообще буду ходить 10-15 минут, потом вам все расскажу. Так, ну что хочу сказать. 10 минут походила, но кое-где прям лицо ее съело. Нигде уже не щипит. Давайте смывать, смотреть. Буду с помощью спонжика ее сейчас смывать и посмотрим. Слушайте, ну что хочу сказать. Свежий вид действительно, с учетом того, что сейчас уже почти ночь, действительно свежий вид придает. За такие деньги вообще неплохая маска, я вам хочу сказать. Упругая кожа, упругая. Вот прям румянец какой-то такой появился. Интересный продукт, очень интересный. Буду дальше тестировать. Подробный отзыв в пустых баночках оставлю однозначно.
Интересный продукт, прям вот реально. И упругость вроде есть, все хорошо. Классно, мне понравилось. Кожа увлажненная. Вот она увлажненная, не скажу, она напитанная, нет. А легкое увлажнение, вот летний вариант маски на теплое время года. Прям интересная. Классно, мне понравилось. Так что мы с вами делаем дальше. Я, пожалуй, протру сейчас кожу тоником вербеном. Верлик. Еще. Нанесем с вами сыворотку. И патчи будем от Клавы Коки тестировать. Вот таким образом. Так, протонизировались. Сыворотку возьмем с витамином С. Витамин С, кстати, это тоже кислота, поэтому вот такие вещи тоже надо прекращать. Это самое, что ни на есть кислота, причем тоже может провоцировать появление пигментации. Поэтому я стараюсь на ночь. Там ее, конечно, немного, но тем не менее. Мне даже крем никакой не хочется наносить. Вы знаете, мне сыворотки достаточно. Но нанесу все равно. На ночь надо. Так, нанесу. И патчи. Посмотрим. Мне прям интересно. Тоже они вышли по акции меньше 100 рублей. А так, ну, получается, там они около 200. Тоже не цена, как бы, да? Вот. Так, погнали. По-моему, их там было несколько видов, если я не ошибаюсь. Клава Кока тут прям нарисована. 60 штук гидрогелевой для области вокруг глаз. Что тут про них еще хорошего? Гидролизованный коллаген с коллагеном. Артишок, алоэ вера, центелла азиатская. Слушай, ну вообще, все прям круче любых корейских. Сиреневые, красивые, я вам уже показывала. Так, достаем. Ой, какие скользкие вы, товарищи. Я почитываю, так плотненькие, не рвутся. Плотненькие прям такие вот, но задеваю ногтями, не рвутся, толстенькие, прям вот толстенькие патчи, хорошенькие. Я экономить не буду, чего ж там. На лоб сейчас еще налепим. На морщинку свою единственную, вот сюда. Я так люблю. Они вообще не пахнут, мне кажется. Вот такая вот красота. По размеру тоже нормальные. Как бы все отлично. Все, прификсировали. Идем отдыхать. Про патчи вам расскажу уже утром. Ну и что хочу по патчам сказать, девчонки. Ну все нормально. Вот сегодня с утра их тоже делала. Все нормально. Хорошие патчи, которые увлажняют. Обычные патчи качества средней ценовой категории. Вот серьезно. Даже вот корейские пробовала. В принципе, вот, ну, все то же самое. Хорошие патчи брать можно, хранить в холодильнике. И да будет вам счастье. Поэтому нормально вообще. Все нормально. Кожа потом мягенькая, гладенькая. Все отлично. Ничего плохого сказать не могу. Пучки Яндекс.Маркет. И что здесь у нас с вами интересно? Ну, первое, это подушка. Была у Аскона распродажа. Может быть, и до сих пор есть. Подушка Аскона. 300 с небольшим рублей. Поэтому цена вообще шоколадная. Пришла она, правда, вот так упакована. Я не думаю, что она такая же классная, как те, которые я взяла на Озоне. Но, тем не менее, подушки все равно надо обновлять. И чем чаще, тем лучше. Давайте распакуем, посмотрим. Вот так выглядит этикетка. Это размер 70 на 50. Мне еще осталось пару подушек 70 на 70 обновить. И красота. Информация, кому интересно, показываю. Наполнитель искусственный лебяжий пух. Наполнена она средняя по мне. По мне вот средняя. А не сильно высокая, но тем не менее такая. Достаточно упругая. Слушайте, ну на год хватит. На год хватит. Раз в год обновлять подушки. Тем более, если за такую цену. Вообще красота. Она после того, как лежала, не совсем еще расправилась. Но пока вот такой вот толщины. Слушайте, ну мягенькая. Не сваленная пришла. Все как бы отлично. Вот с этой стороны прям чувствую много. Нужно его туда подвинуть. Немножко распрямить ее. Нормально. Слушайте, за 300 рублей нормальная подушка вообще. Просто прелесть. Так, что у меня тут еще интересного, девчонки? Это вообще прикол. Мы прямо сейчас развлекались на пункте выдачи. Говорю тихо, чтобы девочки не услышали. С работником пункта выдачи, это моя знакомая, мы прям развлекались, проверяли. Этот товар, это подарок девчонкам на 8 марта. Сейчас покажу. Слушайте, это рации. Это рации. Причем именно вот такие я хотела им подарить на Новый год. Ну, по отзывам искала, смотрела. Но потом и так подарков было много. Решила, что куплю на 8 марта. Они работают, все отлично. И у них достаточно большой радиус. То есть из дома, ну, вот на приличное расстояние до площадки, до нашей точно должны ловить. Мы проверили, они работают. Подробный обзор на них будет в Дзене.
когда подарю девчонкам, все, как бы, в день ролик снимем, расскажем про эти рации. А сейчас пока открою, просто покажу, что они из себя представляют. Работают, качество связи классное, мы с держателем пункта выдачи проверили. Правда, тут инструкция на русском нет. Она вложена, блин, на всех языках, кроме русского. Но и так все оказалось понятно. Это рации аккумуляторные, то есть они заряжаются от кабеля Type-C, он идет в комплекте. Для меня это было важно, я не хотела на батарейках, потому что они слабые. Аккумуляторные помощнее, вот именно такие, вообще классные. Вообще задумка интересная, и мне кажется, и мальчикам, и девочкам. Есть мальчуковые расцветки, есть абсолютно две синих, тут две в комплекте, есть две розовых. Так как вот этот набор был дешевле, я взяла им разноцветные. Давайте открывать. Вот так все это дело внутри выглядит. В комплекте есть кабель с разъемом Type-C. В комплекте есть шнурочки, чтобы на шее носить их. Так, и вот они вот так в пакетиках тут лежат. Причем цвет такой ментоловый, он не голубой. Он больше цветом как коробка, чему я несказанно рада. То есть они не голубые. Выглядят вот так. Есть на одежду прицеплять вот эта штучка. Вот эта пленочка защитная от экрана. Вот. Я еще не разобралась во всех функциях. Мы просто проверили, работают, не работают и так далее. Работают. Тут кнопка включения. Мы включили, а работник пункта выдачи ушла в подсобное помещение. Мы с ней разговаривали таким образом. Вот. И подробный ролик будет на Дзене. Мы все покажем, все расскажем с девчонками, как работают, насколько хватает, проверим. Оставим одну дома. Допустим, с папой сами с одной пойдем гулять и посмотрим, какая дальность. Вообще классный, очень классный. Качество звука хорошее. Все вот в этом плане супер. Так что вот такой девчонок на 8 марта подарок. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Всех люблю, целую. Всем пока.